Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в BioShock Infinite. В последней серии мы убили Слейта. Здрасте. Поздоровались, называется. Ветераны войны. Чтобы забрать у него нужный нам напиток. Теперь у нас есть энергетик, который поможет нам попасть на тот королевский дирижабль. Так, это я, пожалуй, оставлю. Это тоже. Пусть будет так. Потому что там был механизм, который запускал именно, то есть, вызов техники. По дороге мы выяснили несколько интересных деталей. Допустим, узнали, что вот эта вот мать Элизабет. Кто там? Так, как-то не особо впечатлило пока. Давай сначала убьем. Блин, тихо. Вот этих. Что-то серия как-то с экшона прям началась. Я-то думал, поспокойнее будет сначала. Давай мне свалим. Так, теперь. Нравится? До свидания. У меня аж башка лопнула. Нормально. I can tell what Slate said bothered you. You showed me. Sometimes you have to do what's necessary to survive. There's survival, and then there's finding pleasure in the act. Booker. Look, you seem like a decent enough sort. That said, less you know about me. Справедливо. Да, Элизабет прям такой ребенок, который всю жизнь просидел в своей башне, ничего не знает об окружающем мире и смотрит на все довольно поверхностно. Но для этого у нее есть циничный Букер. Так, как мы это открываем? А, вот у нас такая штука теперь. Теперь это все будет работать. Тетя Франклина, как мы видели, могут быть опасны. Они иногда встают и начинают атаковать нас. Фу, непростое было место. Но теперь у нас нет никаких проблем с тем, чтобы пробраться дальше. Отлично. Так, винтовка нам не помешает. Спокойно. Минус. Минус. Кто-нибудь еще идет? Что за маски? О, прикольно. Странные союзники. Фак. Ты живой еще что ли? Мозгами пораскинул, это просто пипец. Мне нравится этот новый плазмид. Да, я не перестану их плазмидами называть, потому что это плазмиды. Ну, они, конечно, называются по-другому, но я ничего не могу с собой поделать. Так, пулемет. Давайте мы лучше вот этот поменяем, потому что, по сути, она, конечно, пушка очень мощная, но неповоротливо. Хорошо. А снайперка мне все больше и больше в этой игре нравится. Обычно я снайперки не очень люблю, но тут прям как-то очень уж классная она. Так, хорошо. Поехали. Кто такой? Я сдохну, что уже нет. Ты посмотри. Все, наконец-то. Booker, catch! Thanks. Неприятные товарищи. Ох,
свидания. Мягкой посадки. Фу. Так, нам вниз, похоже. Но мы пойдем наверх. Это место, я так понимаю, не обязательное для посещения. Но когда это нас волновало. Так, медикаменты нам не помешают. Что? Блин, живой что ли? Дай патроны. Nice. Ну, как-то вот так. Зачем я это сделал? Да. Я все не привыкну, что под нами километры. Ты нам пока не сильно нужен. Твоя помощь не обязательна. Но, конечно, сама по себе тема интересная. Ничего нет. Ой, да не туда. Так, хорошо, у нас еще тут что-то может быть. Ну, в принципе, пора ехать отсюда, я так понимаю. А, похоже, ничего нет. Ветрище какой, елки-палки. Шикарно это все сделано. Так, мы идем. Там у нас уже ждут товарищи, кстати говоря. Причем самые неприятные. Но у нас есть снайперка. Пусть идут. Минуса. Да, здесь у нас повстанцы убитые. Но что самое печальное, что повстанцы нам тоже не друзья. То есть воевали мы вообще абсолютно со всеми. Мистер Дуэт, the name's Booker. I'll be certain to attend to that distinction, Booker. When there's a moment when we're not being shot at, if you're interested, I spotted some supplies over there. Где? Там? А, ну там-то я знаю, да. Пойдем. Там нам ничего не нужно. Было бы у нас 5 отмычек, конечно. Можно было бы еще что-то поговорить. For the glory of Colombia. I've got ammo. Давай. To the Lord. Так, подожди. Нет, все нормально. Я думаю, впечатление тебе, конечно, похуже будет. А, понятно. Сейчас мы по-другому посмотрим. Да стреляй ты уже, да? Да что-то не особо как-то. Я хотел спины дойти. Все. Ну и нормально. Винтовка крутая вообще. Так, что, поехали?
Здесь мы в первый раз научились. I always thought of them as doors. When I was younger, I didn't just open the ones I found. I remember making them. Making them? I could go wherever I wanted. But I always wanted to come back. To what? I don't know. My family? Huh. How do you do that? Whatever it is. You know how I said I had plenty of time to read? Well, I tried to figure it out. I read literature on physics and other such things. Yeah? And what did that teach you? That there's a world of difference between what we see and what is. Мне больше интересно, почему тебя держали за семью дверями и так серьезно тебя опекали именно в плане безопасности. Потому что пока что я не вижу, что ты очень уж опасна. Так. Увеличивая. Так, ну это неплохо, кстати говоря. Вот это вот я хочу, да. И у меня как раз на это хватает. Сейчас у нас будет 0 баксов. Поздравляю вас. Так, теперь че? Ой, не то сделал. My men and I are doomed. Doomed as noble Custer was at Little Bighorn. But we shall not yield to Comstock and his tin soldiers. My scout has seen him. Booker DeWitt is coming here to the hall. Так, где-то здесь за нами начали гнаться полицейские. Значит, где-то вон там. Кстати, вот тут не было в этом доме. Давайте-ка мы. К сожалению, не буду. Хотя там за окнами что-то и видно. Почему не открывается, интересно? Ну ладно. В общем, нам нужно куда-то вон туда. Подожди-ка. Отсюда мы тоже не войдем? Странно. Отсюда не войдем. Что-то мне захотелось сюда попасть. Ты посмотри, там же что-то хорошее есть. А, вот, смотри. Придумал. Так. Вот это мы сменим на такую штуку. Жарим. Откроем. Я думал, тут мы найдем что-то и получше. Хватит глазеть. Так, сигареты. Нет, не надо. Офигеть. Хорошая попытка, Фицрой написано. И пристрелены все негры, которые пытались бунтовать. Он даже не упал. Его как связали, так он и сел. Бедолаги. Лучше. Круто. Да, это все прям до мурашек печально. Хорошо, у нас тут что-то есть. Какой нож. Излишество. Убийство с избыточным уроном оглушает соседних врагов. Да как-то, честно говоря, я ее возьму, но не думаю, что хоть раз воспользуюсь. Шляпа простреленная. Все, ладно, выходим. Это, конечно, можно послушать. Кстати говоря, мне сказали, что перевод вот этих вот голософонов находится где-то здесь. То есть, чтобы я мог более конкретно сказать, что же там было. Так. Престон Даунс. Старина Престон, человек благородный, мисс Фицрой. Я не буду подкрадываться к тебе во сне, как эти ребята с тесаками. Так, еще один скальп. Снова мольба. Еще один выстрел. Даже два. Так вот, когда получишь эту запись, советую написать завещание, и тебе понадобится оружие белых людей. Попробуй для начала вот это. Понятно. То есть это он там скальпы срезал, да? О, Престон is a sporting man, мисс Фицрой. I won't steal up on you while you slumber like these Vox boys here with their pig stickers. That's one scalp to me. That's two.
Now, when you hear this, I want you to square your affairs and come die in the side of the poets. You'll need a white man's weapon. Give this a try. Хорошо, давайте уже поехали. Легковато, да? The gondola's coming. Блин, в этой игре себя чувствуешь просто ребенком. О, опять молитва похожа, да? He will abandon you, my sweet Elizabeth. Once he has what he needs, he will leave you alone. What else could you expect from a liar, a killer of women? Comstock. Father, prophet, whomever you are, I'm leaving, and there's not you can do to stop me. Oh, sweet child. О, так, ребята, где там механический ваш товарищ был? Go ahead. On it. Работай. Что там пошел процесс? Да, нехорошо. Спокойно. Давай. Perfect timing. Да ты посмотри, да? Нам нужно туда подняться. Еще кто есть желающий? Давай сюда. Отлично, патроны. Кто где еще? Да офигели что ли? Нормально. Так, ребята, это все хорошо, конечно, мне нужно валить отсюда, я чувствую. О! Там пригодится. Куда я поехал? Спокойно. Вали их к чертовой матери. Да. Это я чувствую будет печально довольно. Для них, конечно же. Elizabeth. There. Ammo, Booker. Gonna put you on the ground. Докинешь? Молодца. Ну, там еще кто-то идет. Хорошо. Еще какие желания? Вот, вот это вообще плохо. Да, это же надо было так попасть. Ничего. Прорвемся. Трипона мать. Все, вы меня заманали, честное слово. Говори мне еще. Open it. Sure thing. Так, тихо, это плохо. Сейчас маленько отдышимся. Ай-яй-яй-яй, куда я полетел? Ну ладно, нормально. Молодца.
Элизабет, ты где? Ох, это было жарко. Но прикольно. Франклин. Дэдди Бен. I need help. Так, ну что, ты уже приехала, я смотрю. Все, давай. Поехали, Элизабет. Элизабет? Seems easy enough. Ну, конечно, легкотня. Ready. Блин, тут многоуровневый бой. Это даже лучше, чем в Crysis 3 под конец было. Постоянно несколько этажей, между ними спокойно перемещаешься, и выглядит это все, играется просто как... When you were unconscious on the beach, you kept repeating a woman's name. Anna. I don't want to talk about that. I'm sorry, I shouldn't have pried. Where are you from, Mr. DeWitt? New York. What did you do there? Business much like this. Something that really caters writing on a resume. It was a fine thing you came along when you did. How do you think I ended up here? I gambled, and now I owe money to men you don't want to be in debt to. I come here to pay it back. Me busting you out, what do you think that was? Charity? Who sent you? Somebody who was willing to take my marker in exchange for you. Хорошо. Приехали. Обиделась. Так, ты идешь там, нет? Пойдем уже. Город спит. Кто там что? Подойдите мне отдохнуть, нет? На. Полетать? Ох, хорошо. Ладно, допустим. Давай. Где-то там товарищ. Так, охраны больше нет. Отлично. Что у нас тут можно купить? Что нам нужно? Карабин наносит. Я карабином особо не пользуюсь. Гранатомет тоже. Снайперская неплохо, но я бы лучше качал пулемет, потому что им в основном пользуюсь. Вот. Вот это прикольно. Что, на все деньги получается? А, нет, у меня 639 осталось. Хорошо. Ну и все, пока. Here's some cash. Давай. Okay, cash. Молодца. Great. Так, здесь нам не нужно ничего. Покусала, что ли, Элизабет? Дробовичок лежит. Сейф, откуда они появляются? Они с врагов выпадают, что ли? Семь аптечек, круто. Могила леди Комсток в Эмпоре открывается для посещения. Леди Колумбия никогда не забудет нашу вашу жертву. Конец. Это было коротко. В честь нее сделали. Эту махину соорудили. Так, убийца воронов. So, looks like they call you the false shepherd. And you the lamb. Let's not call each other that.
Suits me. How do you figure they'd know you'd be coming? Either they've got a prophet on their side. Har har. Or them that hired me also wrote the signs. Why? Got me. Красота какая. Какая красота. Все-таки, блин, я постоянно повторяю это в этой игре. Но здесь все сделано просто великолепно. Рулить умеешь? Потому что я занят разворовыванием. Давайте еще солей. Just what the doctor ordered. Ну, я думаю, это будет круто. Поехали. You all right? I want to see Paris. I want to see everything. It's up to you now. There's no one. Wait, what is that? 40 North by 74 West. That's not Paris, that's New York. How did you know that? One thing I had in that tower was time, Mr. DeWitt. Time to study things like geography. I owed money. And there's a fellow who... He offered to wipe away my debt in exchange for you. Come on. Да что ж такое-то, ну? Успокойся. Come on, everything's gonna be okay. Will you just turn around and talk to me, and we can... Молодец, вот так и надо было. Полностью ее поддерживаю, на самом деле. Оказывается, девица совсем не дура. И, похоже, лучше ее не злить. Одобряю. Молодец. Хорошо шарахнуло. Ой, кто приехал. И этот живой. Блин, да что ж такое? Я же его пристрелил. Да. Это будет печально. У нас проблемы. Каменоломня, что ли? О, нет, только не это. So you're this false shepherd we've been hearing so much about. Caused a mess of trouble at the raffle. You Fitzroy? Nothing but. I got no quarrel with you or your Vox Populi. This is my airship you're hanging me out of, and I got perilous need of it. Really? Because it sure look like old Comstock's airship to Listen, me. Listen, I ain't looking for a fight. There's already a fight, DeWitt. Only question is, which side you on? Comstock is the god of the white man, the rich man, the pitiless man. But if you believe in common folk, then join the Fox. Я бы хотел в стороне остаться. If you believe in the righteous folk, then join the Fox. I just want my ship. And the Vox shall give her to you. But first, you must help the Vox. Down in Finkton, there's a gunsmith who can supply weapons to our cause. Get our guns from him. And you shall have your ship back. Отлично. Дела просто выше крыши. Ну что, нас бросили? У нас нет Элизабет. У нас вообще все потеряно, и все придется начинать сначала. Это, я думаю, замечательно просто. Давайте на этом закончим. Увидимся в следующей серии. И начнем осматривать эту фабрику, что ли. Что это такое? Мануфактура какая-то. Прикольно. Короче, это просто, по-моему, не игра, а какой-то, я не знаю, особый случай. Я таких еще не видел. Последний раз такие впечатления у меня были, я не знаю, от System Shock, наверное. Или от первого Deus Ex, потому что это именно игра штучной работы. Надеюсь, вам нравятся эти видео. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.